Здравствуйте, друзья! Вы уже увидели инструмент в работе и поняли, что он помогает нам отметить угол или линию под углом 45 градусов, под углом 90 градусов, провести линию на заданном расстоянии от кромки вашей заготовки и найти центр достаточно больших по диаметру предметов. Вот так это приходит из Китая. Цена где-то в районе $11.70. Ну, по сравнению с оригиналом фирмы Woodpecker, у которой, наверное, нету инструментов дешевле $200. То есть получается, что в 20 раз дешевле. Итак, вот так это пришло. Линейка 30 сантиметров, 12 дюймов. Ну вот, обратите внимание, это вот линейка, которую я купил в магазине у нас, которым я пользуюсь. А вот линейка, вот эта, китайская. То есть, видите, толщина, ну просто тут даже сравнивать неудобно. Нормальная линейка, сантиметры, дюймы. Тут, видите, миллиметровая, здесь по 0,5 миллиметра. Также с дюймами, это все понятно, это все... Обычно ничего интересного. Вот основная часть, сделана из алюминия, весит 196 грамм. 9 миллиметров толщиной, 130 миллиметров на 99 миллиметров. Два отверстия, которые позволяют, если что, какими-то струбцинами зафиксировать в случае необходимости выложить иглу. Система очень простая. Вставляется линейка, и линейка крепится четырьмя болтами. Отгадайте, сколько болтов в комплекте? Правильно, 5. Это нормальная практика для нормальной фирмы. Один лишний болтик положить. И вот такой шестигранный ключ, который, я думаю, ну, есть у любого мужчины в достаточно больших количествах. Сделано так, что в случае необходимости мы можем, допустим, одну линеечку убрать, а линейку подлиннее, или вот линейку покороче, положить. Может быть, где-то надо будет подлезть более короткой линейкой. То есть любые линейки стандартных размеров сюда входят. Есть даже небольшой еще запасец. Вы знаете, что линейки, которые подлиннее, они чуть-чуть... шире. Ну, возьмем нашу стандартную линейку. Вот, положили. Делаем правильно как? То есть сначала закручиваем с этой стороны. Ну, не сильно все. То есть сильно не надо. Нам же часто раскручивать. То есть все, мы прижали ее к этой противоположной. Она уже никуда не денется. Ну и чуть-чуть подкрутим здесь. Что нам надо, допустим, в данный момент? Вы видите, мы можем откладывать углы 90 градусов и откладывать углы 45 градусов. Обратите внимание на то, что чуть-чуть не по центру линейка, для того, чтобы ваш маркер или карандаш шли ровно по центру. То есть вот приложили, видите, на чуть-чуть не по центру. И это значит, что наш карандаш или наш маркер делает линию ровно там, где должно быть. Естественно, вот наш угол в 90 градусов. Ну, тут нет разницы, по этой стороне отмечать или по этой стороне отмечать. Вот это наш центроискатель. Ну и не менее нужная вещь, конечно, это уже опционально, потому что там, где это сделано производителем, как основная функция, будет все попроще. То есть, допустим, выставили мы с вами ровно 5 сантиметров. Чуть зажали. Ну, знаете, часто бывают такие работы, когда нужна одна и та же разметка.
И вот наши с вами 5 сантиметров. И пошли чертить. Есть у нас запчастей таких много. То есть вместо того, чтобы делать, как мы это делали там всегда, вот, отложили 7 сантиметров. Отложили 7 сантиметров. Приложили. Как бы работа-то понятная, тут нет ничего сложного, высшее образование иметь не надо. Но это время. То есть один замер, второй замер положили, соединили. А если вот таких надо замеров делать штук 30-40. Ладно, 5, 10, 15. А тут все очень просто. Положили, поставили, все. Отлично. По мне вот эта вот, вот эта штучка, пятая в комплекте, это определенный показатель уровня производителя. Что производитель подумал о том, что может быть, когда-нибудь в процессе работы может потеряться среди опилок, стружки и т.д. и т.п. Вы это никогда не найдете. Найдете, конечно. Куда же вы денетесь? Возьмете магнитик и найдете. Но сам факт. О нас подумали. Это очень-очень приятно. То есть это всегда показывает о том, что производитель реально понимает, что делать. Посмотрите, насколько все точно, насколько все выверено. Ну, повторюсь еще раз. Это, конечно, не вудпикер. Но не знаю, как вы. А для меня вудпикер это так. Посмотреть в интернете. Поохать, потому что от $200 и выше отдавать за какой-нибудь один инструмент, к сожалению, я себе позволить не могу. Ну вот, достойная замена, работает, уже видите меня, даже уже весь поцарапанная линейка, ну так получилось. То есть, я даже распаковку не делал, он сразу из коробки в бой пошел. Но я доволен. Наверное, точность измерения уступает тому же вудпикер. Ну, по идее, она не может не уступать, иначе за что такие бабки? Так что будем с вами думать, что она вудпикеру в точности уступает. Но сколько я не пытался поймать, где же эта точность измерения лажает, я поймать не смог. Вот так сторона выглядит. То есть, если там лажа есть, то это какие-то такие доли миллиметры, которые я зафиксировать не смог. Может быть, у вас получится. Ну, решим, что все-таки немножко должно, иначе есть смысл платить такие деньги сумасшедшие за фирменный инструмент. Вот это стоило 11,70. Я доволен. На этом все. Всем спасибо за внимание. До свидания.